Всем привет! 27 июля 2021 года, 7:46 утра. Я за живое общение с подписчиками, поэтому снимаю этот ролик в ответ на комментарий к видео номер 1342. Здесь, в этом комментарии, подписчик моего канала в Ютубе, Дмитрий из Орла, Влад Ник, 2 часа назад написал следующие слова. «Вернешься еще наберешь? Не чавкай. Какой тупой репортаж, мое мнение». Спасибо, уважаемый Влад Ник, за этот комментарий. И вы как в воду смотрели. Я в самом деле, сходя на карьер, искупавшись, позагорав, пошел домой пешком. Мы пошли домой пешком. И, проходя мимо этого места, набрал еще вот этих замечательных спелых абрикосов. И не совсем спелых. И вот они у меня лежат и дозревают дома. Посмотрите, это замечательные орловские абрикосы. Вот там эти три переулка, шпагатный, ботанический, фруктовый. Я когда ходил, гулял в детстве по ним, у меня всегда в голове крутилась песня Юрия Антонова. «Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени». Помните, вишневые там какие-то, зеленые, прохладные, грушевые. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. Та-та-та-та-да-т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 а
протырить абрикосов каких-нибудь, или яблок, или груш, вы тогда просто не почувствуете себя ребенком, понимаете? Это же такой кайф, почувствовать себя опять ребенком. Посмотрите на эти замечательные абрикосы. В моем детстве таких абрикосов я не помню, хотя, может, что-то и было подобное. Посмотрите, какая красота. Это орел Карл, это орловские абрикосы. Что может быть лучше? Наверное, только орловские персики. Интересно, увижу когда-нибудь или нет. Орловские грецкие орехи я видел. Орловские персики, по-моему, еще нет. Если знаете, где растут орловские персики, напишите в комментариях к этому ролику. Замечательно. Арбузы, знаю, под Орлом выращивают. Мне отец рассказывал, в деревне Фоминка, Большая Фоминка, тоже арбузы там выращивали одно время кто-то. Отец, что ли, его дед, не помню. В общем, замечательные абрикосы, посмотрите, какая красота. Они очень вкусные, и, между прочим, мне они нравятся по вкусу даже больше, чем эти самые привозные, потому что это наше, это свое. Да, росло возле дороги, да, натырил я чужих абрикосов, но, опять-таки, ветки свешивались над проезжей частью, почему не натырить? Ну, ролик такой, как бы из детства, понимаете, вот и все. Насчет не чавкай, ну, знаете, это так для смака вообще. На самом деле, конечно, чавкать нехорошо, но у нас такой ролик пацанский, гулябельный. То есть мы ходим, гуляем, рвем плоды, наслаждаемся летом, в общем, вспоминаем детство, возвращаемся в, так сказать, в самое лучшее свое состояние, детское и такое летнее. И с фруктами обязательно. Вот такой ролик получился. Спасибо вам за комментарии. Пишите еще. Я на правду не обижаюсь. Вы как в воду смотрели. Я в самом деле вернулся и набрал еще. И вообще прогулка получилась замечательная. Вот. От автовокзала. Там лазил по автовокзалу. По железке. На карьер. И назад пешком в Советский район я пришел вечером загоревший. И даже не уставший, накупавшийся и с абрикосами. Вот. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.